Всем привет, с вами Штопор, мы продолжаем выживать в игре Project Zomboid. Облазил я тут все, ничего не нашел, собственно говоря, и у нас по плану пробовать, собственно говоря, строить кузницу, потому что петли нам нужны, в город ехать далековато. Весьма. Я могу вот эту вот дверь сейчас разобрать, но не хотелось бы ничего портить. Вот. Скажем так. Так. Сказали, теперь надо делать дальше. Еще раз посмотреть, может, о чудо. Нет, чуда не будет. Да, чуда не будет. Надо сходить посмотреть, что с картошкой. Картошка у нас так. Не понял. Информация. Не понял. Картошка у нас что? Йог? Ага, картошка у нас йог. Картошку мы пропустили. Давай смотреть помидоры. Собрать. Информация нет. Помидоры, давай собирать. Вот то, что 132 часа назад оно полито было, это не очень хорошо. Так, семена томата, томат свежая. Пять из семи. Сгнивший картофель. Ну окей. Профукали. Так, профукали. Сгнивший картофель. Я думаю, ничего страшного в этом нет. Абсолютно ничего страшного. Это опыт. Любой опыт полезен. Так, давай вот сюда. Будем замораживать это все дело. Семена томата у нас есть. Скинем полностью его сюда. Так. Так. Давай смотреть. Нам нужно строительство, наверное, да? Строительство. Хрен его знает, что нам нужно. Нам нужна кузница. Так, мельница. Ветряная мельница. Для чего нужна? Непонятно. Связка дерева. Деревянный чан. Тряпка. Основное. Так. Строительство. Улучшить ларек. Ага. Ларек еще есть. Ну, не знаю, такое себе. Выживание основное.
Так, по основному непонятно что. Давай кулинария, здоровье, металлообработка. Вот это вот, давай смотреть. Бронзовая коса. Ну, шестеренки. Как и из чего это делается? Я понимаю, что тут хреново туча всего, но как это сделать? Фермерство, так. Генератор, шнур питания, лесопилка. Есть. Инженерия. Фуренс. Паровой бойлер. Паровой двигатель. Да тут, блин, до хрена всего есть. Да только как это все делать? Как это все делать? Я вообще тут реально жизни не хватит, чтобы вот это вот все дело реализовать. Давай скинем на землю. Первая помощь, ничего страшного, терпи. Детонаторы. Добавить чехол с клейкой ленты. Стандартная походная сумка. Мельничное колесо. Паровая машина. Да, блин, до хрена тут всего есть. Так, патроны даже делать можно. Но это... Так, установить буровую насадку. Так, фермерство, химия, животноводство. Так. Обработка камня. Пресс для масла. Надо просто найти, где это и как делается каменная кладка. Тут вы видите, да? Создать плавильня. Кирпич. Так, вот это уже интересно. Деревянное ведро. Мастерок у нас есть. Красный кирпич. Красная глина. Ее нужно еще выкопать. Духовка. Духовка. Неужели здесь? Так, копать шахту, толстая веревка, деревянная лестница, бур. Шахта. Шахта, шахта. Да, исследование, охота, ну это понятно, так, Firecraft,
Так. Требуемые предметы. Шахта. Вот где ее взять, шахту-то это? Керамика, охота, передвижение, торговля. Блин, это просто жесть. Так, стекловедение, ювелирка, инвентарь. Духовка. Килн. Нужна шахта. Вот. А как ее сделать? Это нигде не написано. Каменная кладка, досуг, суицид, животноводство, химия, инженерия. Ну, это металлообработка тоже, фактически. Здоровье. Строительство. Вот, скорее всего, где-то вот здесь эта шахта запрятана. Создать шахту. Какая-нибудь такая тема. Деревянное ведро, деревянное кольцо. Одно из заряженный мультиинструмент. Ну вот это вот у меня есть. Дрель. Добавить раковину. Как сделать шахту? Кто не знает? И я не знаю. Это надо разбираться. Тихо, тихо. Китайская капуста, огурец. Давай полностью съешь. Вот в этом и беда. На самом деле, давай надень. Возьми вот эту вот штуку. Это сюда. И распаковать груду пиломатериалов к себе. Веревку убрать. И нам надо поставить лестницу. Так. Доска 15 штук. Ну, спасибо. Пиломатериалов. Давай распаковывай груду. Построить. И давай строить. Где она есть? Лестница. Давай строить, чё? Построить пол. Интересно. А досок-то нет? А досок-то нет? Давай собираем.
Так. Ну, уже что-то. Уже мне это нравится. Уже мне это нравится. Я думаю, все будет норм. Самое главное не звездануться вниз, потому что это такое себе, ну, стена, столб. Давай, забирай штуку. 10 штук, да? Груда пиломатериалов. Забирай. Вот мне интересно, этот пол без опоры будет строиться нормально? Или же... Так, стена. Пол. Или же он может развалиться. Вот это вот самый большой вопрос. Самый-самый большой вопрос, потому что я не знаю. Реально не знаю, как это тут работает. Так. Главное, не звезданись. Ради бога, не звезданись. Так. Сейчас зашьем крышу. А там уже будем смотреть, как и что нужно будет делать. Так, 12 этих у меня гвоздей. А, гвозди. Чё я ерундой страдаю? Я же с собой таскаю. Штуку. Давай. И давай строить пол. Зашить мы сейчас все зашьем вплоть до вот это вот всего дела. Самое главное не упасть. Да мы сейчас прокачаем этот. И это на самом деле неплохо. Очень даже неплохо. Давай зашиваем вот это. У нас будет псевдокрыша. Такая. Сейчас еще одна это, и у нас будет полноценный восьмой левел.
Так, давай сюда еще переместим. Сколько? Одну только можно, да? Да, к сожалению, одну, но мне этого хватит. На самом деле. Так, давай строить. Нет, не строить. Ты строить не можешь, пока не распакуешь вот эту вот штуку. Давай. Так, надо по-хорошему сейчас прочитать книжечку, если она у меня есть. Давай, спускайся, спускайся. По-хорошему прочитать книжку. Давай смотреть курсы строительства 3-4, 9-10. Читаем. Падает здоровье из-за перегруза. Давай съесть полностью. Давай съесть полностью. Ешь все. Чем ничего. Так, тут закрыть. Читаем. И следим за здоровьем. Блин, доски эти. Давай скинем их сюда. Иначе они нам... Да блин, закройся. Они нам просто не дадут возможности. Так, читать. Читай все. Сейчас прочитаем, отоспимся и доделывать крышу. В принципе. Но вот за сколько? Да меньше, чем один месяц, 5 дней. То есть фактически за дней 5 я прокачал строительство, если так подумать. Строительство прокачано более быстро. Так. Давай, шустрей. А уже вне записи я потом... Да блин, не пугайте меня так, твари. Просто стреляют там что-то. Вот из этого надо есть. Чеснок, цветная капуста, тыква. Где оно есть-то? Тарелка, салат с овощами. Давай.
съесть полностью. Давай. Тыква. Цукини. Еще раз тыкву. Вот это вот давай съешь полностью. Так, пусть лежит. Так, ты спать еще хочешь? Ладно, сейчас попьем и спать. Ну, я считаю, в принципе, прилично сделано. Все так. Он, тем более, выспался еще быстро, довольно-таки. Так, давай забирай полностью доски вот эти. Сейчас лезем на крышу. Застраиваем здесь все. И дальше будем смотреть, что к чему. Нас, в принципе, уже не интересует больше строительство как таковое, прокачка его. Но раз такая возможность есть, то... Хотя нет, интересует. Там же для строительства мельницы и прочих моментов все-таки нужно... Так, нужно, много чего нужно. Давай строить. Другого выхода у нас нет. Только так. Еще эти псевдокрыши. Вот тут аккуратно. Ну, здесь мы, в принципе, можем застроить, если что, чтобы можно было под крышу под эту заходить. Так, давай вот так. Тяжеловато, конечно. Крайне тяжеловато это все. Реализуется. Тем более бегать тут особо не побегаешь. Блин, у меня ж в этом в рюкзаке лежит, да? Да. В рюкзаке лежит. На самом деле, так не хватает еще одного рюкзака такого. Давай распаковать штуку. Построить деревянный пол. Сейчас мы как раз крышу здесь заделаем. Вот вы видите, какая тема, да? Крышу надо заделывать, потому что это чревато. Можно и ноги поломать. Плюс вот место появилось. Прям так прилично появилось место.
Ну, вот эту площадь надо будет заделать однозначно. Здесь мы, может, и ящики какие спрячем. Распаковать, веревку убрать и строим дальше. Деревянный пол. Времени, конечно, много, очень на это все дело тратится. Но, тем не менее. Тем не менее. Так. Крыша-то у нас хоть осталась. Блин. Крыша осталась. Ну, псевдокрыша, конечно. Но, тем не менее, это не так плохо. Так, взял. Все. Так, теперь распаковать штуку. 10 штук, да? Деревянный пол. Продолжим. Вакханалию. Ну, 7500 строится довольно-таки быстро это все, ну, относительно быстро, но все-таки долго. Вот. Надо будет от картошки той избавиться. Посеять новую. Блин, картошки столько перевел. Надо было ее выкапывать, когда была такая возможность. Это было бы правильнее. Это было бы правильно. Давай. Дальше пол. Тяжелое занятие. Но без этого реально никуда. Сейчас крышу здесь сделаем, такую вот импровизированную. А потом уже будем думать. Я вне записи посмотрю, как делать все-таки вот эти шахты. Нам нужна шахта. В каком порядке это делать нужно? Сделаю шахту, сделаю кузницу. Ну, сами понимаете. Тут вот эти вот все моменты надо изучать. Изучать довольно-таки хорошо. Так, так, деревянный пол.
Слишком долгое занятие. Блин, мне уже надоело быть строителем. Реально надоело. Потому что, ну, представить, да? Так, он тратит 1, 2, 3, 4, 5 секунд. 5-6 секунд тратит на постройку. Очень сильно надоедает. Так, ну тут мы второй этаж сделаем. Этой крыши и видно не будет. А может и не будем делать. Просто выход на крышу будет. Сейчас посмотрим. Так или иначе, надо вот одну сюда, вторую сюда, а дальше распаковать. Вот так. И продолжить строить. Деревянный пол. Там ящики надо будет. Делать. Вот он по краешку так ходит, опасно. Ну ладно, это мы сейчас тут зашьем. Надо генератор будет где-то поставить. Я еще не знаю, где его поставить. Но ставить его придется в любом случае. Он пока на улице стоит, а нужно будет. А, скорее всего, вот здесь вот где-нибудь да и поставлю. Такой импровизированный. Хотя лучше на открытом воздухе это все дело лепить. Той простой причине, что вроде как вот эта тема вся, она воздействует на персонажа. То есть он может задохнуться. Так, там тень какая-то. Доска. Ага. Гвоздей опять нету. Но это мы сейчас поправим. Поехали дальше. Я думаю, нам хватит того, что есть. Так, вот тут я не знаю, крыши, скорее всего, также нет. Так, досок нет. Теперь, да? Досок теперь нет. Одну сюда. Одну сюда, вот это сюда. Распаковать штуку. Так, деревянный пол. Тут мы сейчас зашьем, я думаю. Все. Так. Может даже сюда на крышу с улицы лестницу поставить какую-нибудь. Можно будет.
Я подумаю, конечно, над этим, потому что это интересно в первую очередь. Так, завяли помидоры, да? Какие-то помидоры завяли, надо снимать. Так, распаковать. 30 ошибок уже. Давай деревянный пол. Ну вот это надо будет сейчас собирать все. Потому что картофель. Картофель, помидоры. Помидоры вообще вот засохли. Это нехорошо. Так, построить стена. Ну, я деревянные рамы пока не буду ставить. Я их поставлю вот тут. Чтобы не свалиться, если что. Во, отлично. Свалиться не свалюсь. И одна доска осталась. Скинем сюда. Вот, а на этом мы данную серию закончим. С вами был Штопор. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока.